Добрый день, меня зовут Елена Мозерис, я косметолог компании Джирале. И сегодня я с удовольствием представлю вам новинку 10-го каталога «Справжний догляд для справжних человеков». Это средство 4 в одном, то есть очень много противозакрывающего. Это и шампунь, и кондиционер, и гель для душа, и гель для умывания. Все вот в одном флаконе, и все обеспечивает очень мягкое вот всех этих процессов, все ухода. Что входит в состав этого продукта? Это экстракт зеленого чая, это эфирные масла мандарина, глицерин и депантенол. И очень хорошая, мягкая, действительно такая вот моющая основа. Для современных мужчин, которые ценят время, которые хотят иметь на полках, на полке одно дело, одну баночку, а другое дело, что в каких-то... Даже при том, что мы сейчас особо никуда не ездим, но все равно лето, все равно ездим, и плюс, не знаю, тренировки, еще что-то, когда вот можно действительно бросить с собой в сумку одно средство и закрыть сразу кучу вообще вопросов. Одно средство, которое сразу решит несколько заданий по уходу. Я уже сказала, это шампунь, это кондиционер для волос, это гель для умывания и это гель для душа. Подходит для любого возраста, для любого типа волос и для любого типа кожи. То есть вот такой действительно мастер на все руки. Очень хорошо, очень мягко очищает, смягчает волосы, смягчает кожу, ухаживает за ними, обеспечивает такое действительно ощущение свежести, ощущение чистоты, потому что очень приятный запах, не резкий, не такой... выраженные очень сильно. Это действительно такое вот ощущение очень приятное, свежего, чистого тела, волос, лица, всего. Значит, вот то, что я говорила, что входящий в состав экстракт зеленого чая, мандарин, глицерин, пантенол, тонизируют. То есть вот очищают мягко и при этом ухаживают. Тонизируют, сохраняют влагу, поддерживают правильный уровень увлажненности, очищают, помогают сузить поры, что важно, успокаивают, снимают всевозможные вот раздражения. Кроме того, они работают и на то, чтобы укреплять волосы, улучшают их, воздействуют на то, чтобы улучшать их структуру, регулировать жирность и предупреждать появление перхоти. То есть не от перхоти, предупреждать появление перхоти. Как всегда, мы заглядываем внутрь, что же внутри в этом средстве. Это прекраснейший, любимейший экстракт зеленого чая, мощнейший антиоксидант, прекрасное тонизирующее средство, прекрасный противовоспалительный компонент, заживляющий, вяжущий. То есть вот какие-то прыщики на спине, да, какие-то раздражения, мы же те же поры стягивать, волосы укрепляя, плюс еще эфирное масло мандарина, соответственно, и добавление, вот и ароматное, это очень приятно. Вот как раз работает на то, чтобы стягивать, чтобы сузить поры, отрегулировать деятельность сальных желез, тонизировать, освежать. Вот, и плюс вот как раз и эфирное масло мандарина, оно еще работает на то, чтобы предупреждать появление перхоти и регулировать жирность. То есть он сушить не будет, как эфирное масло, он будет работать на то, чтобы регулировать. Значит, какие основные преимущества? То, что действительно вот подходит для мужчин, которые хотят свести к минимуму средства количество косметических средств, не запутаться в баночках и флаконах. Кто-то очень любит, чтобы их было много, и у нас для них тоже есть. Кто-то любит, чтобы было все в одном. И вот, соответственно, такой тоже продукт. Причем максимально эффективный. Он разработан, вот да, говорили, что на сужение пор, на... регуляцию деятельности сальных желез, потому что мы, это средство разработано именно с учетом специфики, особенностей и кожи, и волос, вот именно для мужчин. Он хорошо пенится, при этом имеет действительно такую мягкую, современную, актуальную формулу очищения. Экономно используется, использован зеленый консервант, сертифицированный Экоцерт.
Ну и, конечно же, это очень удобная упаковка, это стильный дизайн, это достаточно большой объем. Вот такое вот новое средство, которое, безусловно, будет востребовано, которое, безусловно, будет встречено с восторгом, с благодарностью будет встречено нашими мужчинами. Вообще вся эта серия, я ее просто обожаю, и муж мой ее очень любит. Вот очень рекомендую. Пользуемся, знакомим всех окружающих, близких, клиентов, родных и так далее. Всего доброго, спасибо за внимание, до свидания.